Эти короли это от Рафала, да, туда? Ага. Всем нам по одному. Чего у тебя два? Почему два? У меня один. Ну, а вот. Это у вас Люда поставила. А у меня вот там, на котором на окне стоит. Ну тут три выходит. Ну три, их же три короля. Понятно, три короля. А она сама это делала? Мама. Мать делает, да. Хорошие дарки. Оригинальные. Три короля. Три короля. А твой что, ты его с целлофана вынула? Он не был в целлофане, он у меня был, так, да? У Люды в целлофане, он у меня так вот стоял. То, что ты сейчас съешь, уже не будет отправляться. Да? Ну, сейчас, конечно, я буду шить. Нет, в том смысле, что... Просто уже собралось много так подшимать. Не надо? Дианечки делаю. Да и уже втянулась, не могу. Ну, вот именно. Вчера соседка звонила. Да? Хочет прийти. Надо рассказать ей. Она сама найдет. Пусть выходные приезжает. Только когда-то, чтоб я был дома. Ну так, я ей сказала, что кто-то дома был, что я сама не открою. Ну, ты дверь бы открыла, а с краты надо выходить. Да, я ей говорила. Она только сказала объяснить, на какой всё садиться. Мам, да я хочу фильм сделать этот с этой. Вот это, значит, Мариэль Франко. Або Францо. Ну, короче, главное заснять, а потом это видно какая-то конкретная. Это тоже до этой пани? Ты знаешь, иди туда и я. Ну так, чтобы не получилось, что вот эта фотография фотографа не отправить. Вот эту. Это конкретная итальянская это, знаешь? Надо было. Аня писала, кто где. Ну вот как на это. Я сделала. Вот это. Она нет. Знает. Ну, нет, дело в том, что че это для этой пани, че это вообще там. Ну так вот, может их отложить отдельно, эту, вынуть эту. Надо спрашивать. Не знаю. Ну, короче, вот это вот. Это Мариэль Франсо. Забыла начинить. Ну ладно. Мариэль Франсо. Забыла ватки положить в санитку. А еще такую будешь делать? Или в один? А? Две совы. Ну, одна будет худая, другая грубая. Как бы. Ну, добрая. Мариэль Франсо. Больше фильма о ней не будет. Сделаем пару фотографий. Вот такая. Ну и вот неизвестно, ложить ли эту Франсо. Ну, они
мне ничего не говорила. Я же ей, она знает, я ей диктовала какие. Ну, добро, ложу туда в торбу. Торбу куда поставить? Вниз? Вот там вот. Тут? Нет, там вот внизу. Вот тут? Это. Там на мою сумку. Ну, почему тут? Телевизор же будет застанавливать. Не будет? Не будет. Вдруг ты включишь. Ну, добро. Вот сова, смотри. Где? Вот. Одну лапку надо только ей. Хорошие глаза, нормальные. Надо тут с иголкой, чтобы не упала. Ну, долго. Какого числа мы там встречаемся? 28-го. Принес мамину работу. Целый ворог всяких. Целая торба. Всяких вот ляляк животных. Ну, я этой женщине сейчас отдам из театра. Ну, тут наша старая работа. Кафе там на углу, где мы должны встретиться. Но в 11. Сейчас еще рад. До того сижу, жду. Дерево тут классное. Классное деревце. Супер красивая. Вот такие вот дела. Вам разумный день добрый, то пани. Так бы. Что-то есть. А ну то мало быть у меня в ренте. А я не видела. Не видела? Нет. Жена мувила Ані. А, не мувила мені. Не з дружевими пшикали. То вот, пані тут забира. Так, бо я прям такі плеск, але тут шовно. Добре, дякую. 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 Пані Ровеє? Так. Ну, добре. Ні, для того приїхав, там вчасно, бо якось мені там приїхало. Далеко пані їхати? Ні, на Мокоту. Ага. Ще шпиталу на Волоскі, де пан через. Ну, не багато, але ну, то і лепіше, пан їхав. Сюди, так. Ну, бо я і так... Киди виїжджаєте? Де? До Пшемишля. Ні, у мене поки нема в тим плану таке. Ні? Поки нема, ні. А я ще наразі нема. Да, я то, ну, не до того весь. Але нема пан хенчі, бо я то... Не, в агулі то не. А я би мяла. Не, ну, мами ще кілька тих проблем, які, можливо, пізніше. Так. Ну, добре, дякую, до візу. Дякую, бачу, до візу.